27 января – День воинской славы России. В этот день, в 1944 году, была снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 долгих дней и ночей. Традиционно Центр патриотического воспитания готовит акцию памяти «Блокадный хлеб». В этом году она приурочена к 80-летней годовщине прорыва блокады Ленинграда. В акции мы будем рассказывать про суровые будни блокады Ленинграда, как жил Ленинград в эти суровые дни. У нас будет несколько тематических локаций, где ребята смогут узнать про дорогу жизни, про блокадный хлеб, про героя Ленинграда и многое другое, вот именно связанное все с блокадой Ленинграда. На акции покажут видеоролики «Дети блокадного Ленинграда», «Блокадный хлеб», а также гости узнают про тяжелую жизнь ленинградцев в те нелегкие для всей страны времена. Такие мероприятия очень нужны, важны для того, чтобы нынешнее поколение знали, как тяжело доставалась великая победа. Всероссийская акция «Блокадный хлеб» будет проходить два дня – 25 и 26 января. Приглашаются все желающие. Место проведения – улица Силкина, дом 10/1, второй этаж, 19 кабинет. Более подробную информацию можно уточнить в Центре патриотического воспитания. А уже 27 января пройдет митинг у Вечного огня, куда также приглашаются все желающие без возрастных ограничений. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».